Буэнос диас, братва. Ядерно рассветной заряд выше крана. Это значит, что мы продолжаем мочить зомби в Borderlands. А все почему? А все потому, чтобы мы решили отойти от сюжета и ищем железяк. Да-да. Вы так и не ослышались. Мы в розыске железяк. Просто за тем, чтобы апнуть свой инвентарь, ну что прям вот заебись. И инвентарь мы апнули конкретно, причем во всех смыслах. Также для меня стало откровением, что зомбаки. На локациях дополнения левелапнулись вместе со мной, причем не хуйски так. По идее, должно быть где-то уровень 15-го, и это все должно превратиться в легкую прогулку, но хуй там море рассекал. Тут началось настолько эпическое мясо. Так, этот уничтожим. Патронье. Еще патронье. Да ш... сука. Так, Дробашинский. Отлично, отлично, блядь. Так у меня все равно 45 патронов. И скоро вот это вот веселое мясо прекратится, если я не найду ящик с патронами. Это боль. Это будет просто боль. Это будет просто тотальная и невообразимая боль. Сейчас мне еще вот в этом коридорчике могут дать просраться. Да отойди ты от меня уже, не буду я с тобой обниматься. Так, ну хоть патроны компенсироваться начали. Так, вот сейчас не понял. Так, 80, 91,3, скорострел 4,9. Ух ты ж, мать твою. Ну чё, полна коробочка. Сейчас начнется мясо. Готовьтесь. Из них пушки, сука, рекой сыплются. Я столько стволов давно не видел. О, резня пошла веселее. Потому что я сделал так.
Сзади еще петух. А черт с ним. Нам прямо, вообще-то. Но сейчас они как повылазят. Урод его имя. Какая-то оранжевая пушка от гипера выпала. Так, а что у меня по инвентарю, кстати, кто мне скажет? А, еще 5 мест. Хуяся. Этого скрита. Чё, прорыв к мосту? Прорыв к мосту. Остальное все полное. Так. Ну, где-то половину пути мы уже сделали. Так. Савимся. Есть передышка. Я не думал, что мне скакнуло в руки, но скакнуло что-то крайне пиздато. Так, карта. Дамаг 70. 372. Вот это пукалка. Кстати говоря, надо проверить. Как она будет выносить ебучих орков. Сейчас понаблюдаем. Там еще скагвольф еще. Главное не сильно мазать. Ну все же. Наверное, от пушек дешевле 2000 надо избавиться. На всякий случай, на обратном пути, если что, подберу. Угу. Верно, дорогу идем. Он догорел быстрее, чем успел мне сколько-нибудь надамажить. Неплохо, неплохо. Хорошо, идем еще, однако. Я думал, будет сильно хуже. Особенно учитывая, что мы уже пошли в раскачку. Мы уже больше 10% 27-го набили.
Блядь, да где ты есть-то, урод? Так, этот готов. А что я схватил-то, я не... А, какую-то хуйню. Так, а что это за малевановский размус? 155? Не, не то. Да, урон скрита будет побольше. Но все-таки. Но все-таки это не стоит того. Вот если абсолютно серьезно подходить к вопросу, сейчас будет мясо. Ха. Ему по нулям вообще. Вот сейчас мне придется реально гасить скотов, на чем свет стоит. Этот праздничный бит. Совокупность орбит. Все как надо играет. Жарю ультрамальвин и танцую один. Остальные стесняются. Не надо стесняться. Я бессмертен! Блять, не успел, вот буквально чуть-чуть. А куда мне вообще двигаться? 249. Ну это ракетами. 29 к 7. Хуйня. 52. 262. Хм. 262. Точность 94,3, скорострельность 1,2. Хм. Крутота. Просто крутота. Но только проблема вся в том, что сохранялся я довольно давно. Блин, я до этого железяки буду добираться всю серию походу.
А вот этот самый сбежавший язвник. Немножко не добежавший. Ты заебал меня обрыгивать, дядька. Знал бы ты насколько. Ну, хоть патрон к дроби поднабрал. Снайперка еще удобная, если так вдуматься. Что, не нравится? Блять, это какой-то тир с конями. Больно было. Только криты собираю, ну ёлкин ты сок. Рудами только так и Так, надо подлечиться. И еще трансушечку. Готов. Целых 5000 с походом. Ёшкин ты кот. Еще один уснул. Так.
Так, мы, кстати, уже наконец-то более-менее почти добрались. Так, самый дальний угол, там железяка. Так, теперь вон в тот угол. Что, не нравится? И где-то тут должен находиться железяка. Ну, это если верить карте. Зомбоукладочная машинка, блядь. Так, еще раз сверю с картой. Да, он где-то вот там, аккурат в углу. Чего-то я не вкурю. Где там вообще может быть железяк? Ну, где-то там он есть. Это как суслик, только железяка. Межбрюн я его тоже не наблюдаю. Так. А вот сейчас заценим. Ага, он наверху. Нет, стопы. А другая карта, мне кажется, что железяка в этой стороне. Угу. Все правильно. Железяка там. А ревнобур там, я немножко дебил. Где-то... О, вот он, железяк. То есть получается... Железяк не 10, а 13. Потому что по одному есть еще и в дополнениях.
Угу. Чё, погнали сдавать квеста? Хуяк. А я-то думал, что мне придется использовать. Клавишу пробела, чтобы выкинуть лишние пушки. А ну как повернулся. С железяками все-таки разобрались. Дело к вечеру. Надеюсь, мне удастся выскочить в Джейкобс Коф, и не им придется все, что шевелится, обходить. Тут уже фиолетовые. Заебись, у меня всего 1000, но... 380 к 50, а у меня... 351-45, но увеличивает хп. Мне же кто-то обрыгать умудрился. Зачетно чему. Идем дальше. Надеюсь, тут сумасшедшего дока нет. И да. Косяк. Интересно, что это вообще за баг? Значит, придется сваливать обычным методом. Да, может быть, поздновато озаботился в том плане, что... Поздновато озаботился прокачкой инвентаря. Но...
почему, спрашивается, и нет. Пора валить. Жалко, там не было системы быстрого перехода, так бы было гораздо меньше проблем. Куда им еще впилю? А, все нормально. Даже так. Так, а что там по карте? Угу. Мне вот интересно, апнул ли я 28-й до выхода с локации? Я вот только одного не помню, что вообще дает этот опыт использования штурмовых винтовок. Чего, блядь? Ну, типа, схавали, да? Так, ладно. Мотаем дальше. Просто потому, что нам так надо. Мостик. Мостик. Надеюсь, зомбиков рядом с мостиком не так много будет. А то выебут. В смысле, блядь, уже первый час ночи. А, похуй. Казалось бы, я только недавно все это дело зачищал, но у игры было несколько иное мнение. Ха-ха-ха!
Честно, у меня уже натурально не стоит отстреливать этих орков, но куда бы мы делись? Так, дайте-ка я засеку хронометраж. О, 37 минут. Ну, поскольку зомби рядом нет, мы сейчас савимся. Опа. И делаем перерыв. Следующая серия будет посвящена поиску железяки в Lost Cave. Ну, а там разберемся, может быть, эти побочные квесты подобьем. В любом случае, я буду пока коллекционировать железяк и сюжет немножко поставлю на паузу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте. Ну, а пока. До скорого. Адьюс, ребятки. Sunrise out.